Майлбет, первая лига, 12-й тур. Краснодарское дерби сегодня вашему вниманию в рамках Майлбет первой лиги 12-го тура. Кубань, Краснодар 2. Щеткин четко действует. Прострел. Там один партнер. Избивать надо. И мяч влетает в ворота. Поздравляем Кубань. Это Андрей Чуканов. Не удалось защитнику мяч выбить. Андрей Чуканов. Мама мия. Уроженец Италии. Андрей Чуканов забивает. Ткачук подает. Домашняя заготовка. И летит мяч в ворота. Как же здорово, а! Как же здорово! Посылает мяч Токасов, кажется. Да, ну разыграли. Разыграли как по нотам. Это дома, здесь, на Кубани, на тренировках все наигрывалось. И у мяча стоял Токасов. Хорошо, и в дальний. И спасает Штепа. Вот очень опасны такие подачи, когда есть в составе парень, способный и умеющий это делать. Выходит из ворот Штепа. Абдоков, пустые ворота. Попадать, и 3-0. 91-я минута. Ну, пожар у штрафной. И Абдоков наказал парашютиком мягоньким. 4 против троих. Абдоков, штрафной, прострел. И пенальти. Пенальти, кажется, да? И угадал Штепа, но мяч в нижнем углу его ворот. 4-0. Кубань, Краснодар 2. 4-0. Ну вот вам и Кубань. Кубань громит. Краснодар 2. 4-0.